Здравствуйте, мои дорогие зрители. Это я. У меня, вот видите, 7 утра, но я проснулся рано, поскольку приехал с рыбалки. И сейчас я вам расскажу про тупых троллей из Соединенных Штатов, которые занимаются, как вы думаете, чем? Они курируют программу «2 гектара». То есть, ну, сделал я открытие не особо, как говорится, великое, да, вот 16 просмотров мы видим. Так далее, то есть это за сегодня именно, ну то есть еще сутки не стекли. Появился у меня тролль, он, значит, очень бодро начал писать вот в этом клипе, с очень классным названием тролль. Сейчас я его покажу. Ну это, можно сказать, серия расследований, да. Вот снял я мимоходом, проезжая с дачи, значит, клип, он уже мне дизлайков наставил. Фильм «2 гектар как кидал». И вот у меня появляется вот это чмо. По-другому не скажешь. Вот видите, сообщество дальневосточных гектар. Но оно появляется, я что обратил сразу внимание, да, что это чмо появилось по американскому времени. Понимаете? Вот оно, форум сообщества, медийная поддержка там. То есть начинаю, значит, смотреть я. Что за херня? Время 4 утра, оно пишет. Вот оно. Вновь зарегистрировано, до 155 подписчиков, там, бла-бла-бла. То есть, ну, видео мы не будем вообще говорить, сплошная, мягко говоря, не имеющая вообще, то есть, ну, новостей не сюжета, да, вырезаны, то есть, официоз. Ничего оригинального с мест нет, то есть, бред, короче. И вот это чмо мне начинает диктовать, что и как, блядь, я должен делать в своем сюжете, да, то есть, стереть, убрать. А сюжет мой связан с тем, что я показывал вполне как бы реальные земли, которые, ну я же знаю местную обстановку, да, то есть где у нас что находится, и прекрасно видел карту 2 гектара, и что на этой карте неудобия дают людям, то есть дают такие места, помойка у пионерлагеря, там заливающиеся при паводке Амура, там при наводнении земли. Либо земля, где ни дороги, ни хера нет, либо там буреломина после пожара, снег лежит по 2 метра, ну просто из-за того, что там такая специфика. И вот оно мне начинает диктовать, как и что я должен делать. И значит, один день оно мне пишет, второй день пишет, а я смотрю по времени поздно что-то. То есть даже для Москвы это 9 вечера, 11 вечера, думаю, что ж это за трудоголик такой. И выясняется, что он вот где-то на Майами сидит. Ну, можно конкретно сейчас уточнить, да, с какого штата он пишет. Бывает показывает штат, бывает неизвестный регион, он шифрованный. Ну, скорее всего, на пляже где-то. Подтягивает сок там с Wi-Fi и это. Дает указания. То есть вот детишки. То есть, даже может не детишки, то есть эта программа вся, 2 гектар, она, ну, по сути, под нее сейчас огромные территории уже на левые личности оформляются, да, ну, все знают, что происходит захват, допустим, пляжа во Владивостоке, это вот последняя информация, в Леваде, точнее, рядом с находкой, то есть леса где-то там, то есть нормальные, кедровые, а то, что можно отписывать либо заповедник, либо якобы сельхозтерритория, даже вот та территория, с которой я снимал, то есть вот территория, которая в клипе пробегает, вот это вот разрушенный коровник, да, МТС было. Вот это поле, оно расписано, на нем нельзя вести хозяйственную деятельность, потому что оно кому-то там принадлежит, вот этому совхозу, которого уже нет давно. То есть все. То есть нормальные территории, которые можно осваивать, на которые хоть как-то рядом есть электричество, дорога, они отсутствуют. Я еще снял один клип «Федеральная трасса», которая показывает, как не то, что развивается, уничтожается просто дороги, то есть там, где они были, с ведома чиновников РФ, как разворуется все это, то есть конкретно наших местных уродов. Все, в общем, так вот происходит. Вот там федеральная трасса, то есть можете полюбоваться. Это считается нормальная дорога вот в этом клипе. То есть 39 человек посмотрело, ну, надеюсь, посмотрит больше. Но суть такая, что кое-где раньше там лежал асфальт, а потом, когда стали расширять станцию, уничтожили пешеходный переезд, из-за чего движение по асфальту, выезд на асфальтовый участок дороги, достаточно протяженный, там 4 километра, стал невозможен. А вместо этого
теперь двигаются по грунтовке, убиваются машины, но деньги отпущенные, федеральные, как бы на это были. И эти деньги также сперли, и сейчас с Пивани выехать невозможно нормально, то есть автобусы там ползают, убиваются. Отменили теплоход, который ходил на Пивань, еще в прошлом году ходил теплоход, и сейчас, ну он хоть немного, сейчас даже в Хабаровске отменили теплоходы на дачу, то есть что там говорить, в краевом центре. То есть вот, и эти ублюдки, они нас учат, значит, с Америки, как жить, что нам писать. У них времени до хера, нас, дальневосточников, учат манерами. То есть они нам заявляют, что мы чужие тут на земле, что мы жирные куски не берем, неудачных, ни хера себе, блядь, твари, блядь. Ладно. В общем, ребята, вот такие вот дела. Так что, думайте, кто пишет комменты, все это фейки проплаченные. То есть идет просто захват сейчас территории РФ путинскими вот этими законами, иностранными корпорациями, иностранными гражданами, то есть выселение граждан, то есть хреновации всякие в Москве. Это уже второй или третий шажок. То есть под это дело закручено несколько проектов. Но найти их очень просто. Там, где подписался Димон, где там еще кто-то отметился. То есть, соответственно, это все аферы. Поэтому я надеюсь, что вот... Может быть, все-таки это самое закончится действительно реальным чем-то, вот, вот эти вот аферы, которые граждане вот эти вот устраивают. А может быть, нет, может быть, нас опять кинут. До свидания, спасибо за внимание к моему каналу. Привет тебе, кстати, мой американский друг или подруга. Тебя очень, очень легко вычислить, старому разведчику. Ну, жди теперь визита. Ты не думаешь, что там сидишь в Майами, никто тебя не найдет. Ты ошибаешься очень, дорогая.